прям горький. Ну хоть бы раз вот хоп вкусный чай, да, заметил? Вот я один и тот же рецепт делаю всегда, его каждый раз вот сахара мало. Вот слишком много сахара. Лимона не хватает. Вот будет вкусно, я скажу, что вкусно. Я правду говорю, я не люблю лимон. В начале лимончик, конечно, он был. По времени мы вам подскажем, когда выходить. Мы здесь разбиваемся на две команды по 5 человек. То есть это левый на правых. Один центральный за одну команду уходит, а опорный уходит за другую. То есть не все время в одно касание играть, а через касание. То есть сыграли вы с нейтральным, у вас нейтрального нет. Потому что мы так тренируем нейтральных, а не разминаемся сами. Мы... И опорный, смотрите, если уже центральный защитник вошел в эту зону, не приходите к нему. Концепция игры – это результативная игра, это творческая, это зрелищная игра. Через правильные и быстрые действия это все идите. Ситуация предполагает передачу, отдавайте в касание. Но вот именно правильно прочитайте эту ситуацию. Пошли. Таймы играете или не знаете сколько? Как? Таймы, потом все меняются, да? Возьмите от этого тайма все. Yeah.
татарская, она начала убирать под себя, а вы как стояли, так и стоите. А что надо было? Выйти к 11 сюда, даже за 11, потом обратно набить. Вот таким образом, чтобы вот этот разворот ты контролировал, чтобы не было разворота. И самое, посмотрите, не так много, но 3-4 попытки быстрых атак сюда было, да? Сейчас хотя бы уже опустилось, потому что когда начинали, вот сейчас солнце уже светило. Очень мало пространства, и вы лезете через центр. То есть вы должны либо фланги. Центральные защитники, мяч должен ходить, нельзя его тискать долго. То есть меняйте направление между собой, но он должен ходить, чтобы они не настраивались на вас оборону. Вперед, просите назад, сброс. Это ближе подбор. Мы сейчас начинаем что-нибудь делать. Нам, девочки, с центра розыгрыш начинается, нам надо сразу продвигаться туда. Без передачи того, чтобы вот в ротарию проходить. Вера, иди сюда. Стены короткие, маленькие, взаимодействие на мою группу. Они побежали, зашли во вратарскую, не получилось, там попало в игрока, убрало под себя, а они остались на месте. Вот группа атаки. Отходим опять сюда за 11 метров и опять набегаем по этой передаче. Давайте, хорошего времени, хорошего результата. Все 11 человек. Не пиши ничего. Мы просто так подряд передали. Я передавала ее Александру. Просто подряд, я тебе Через 6 лет кто-то
А по улыбочке, а если так ручками помахать, 3-4. Молодцы, девчонки, мы вас здесь ждем, так что давайте.